типичной ситуации в кинотеатре. Эй, можно поаккуратней? Все, извините, пожалуйста, тут все равно реклама еще идет. Можно потише? Да, извините. Эй! Уберите телефон, мы вообще-то в кинотеатре. Да, извините, пожалуйста, сейчас, секундочку. Я не могу говорить, я тебе перезвоню. Да не звони, нет, не надо мне перезванивать, я тебе перезвоню. Смотри, сейчас он к ней вернется, и они будут вместе, смотри. Ну, я же говорила. Тихо, можно я просто посмотрю фильм?